каскадная лестница. Сейчас будем спускаться вниз. Природа здесь, конечно, хорошая. Ну что, может, не нравится? Жарко? Да, сегодня жарковато. 26 градусов в Ставрополе обещали температуру. Здесь, думаю, намного жарче будет все-таки. О, лягушки-квакушки. Вот здесь разные маршруты есть. Можно по ним пройти. Вот тоже фонтанчик. Кстати, с мая месяца в Ставропольском и Краснодарских краях ввели курортный сбор. За 10 месяцев, ой, за 10 дней, вот еще одна дорожка, за 10 дней собрали 4 миллиона 300 тысяч рублей. Вообще за год планируют собрать 180 миллионов рублей. За 10 дней посетила курорты Камвинвод 12 тысяч человек. Девять тысяч из них заплатили курортный сбор. Это не считая льготников, конечно. Цена курорта 50 рублей. Вот еще один фонтан. И вот так до самого низа засидим. Поэтому железноводки запланировали. Вот какая красота. Здесь отсюда вот какой вид прекрасный. Ой. Ну как можно не любить Железноводск? Железноводки запланировали продление каскадной лестницы. Сейчас длина ее 240 метров. Вот ее хотят продлить еще на 620 метров. Сейчас мы сюда подойдем, это уже будет конец каскадной лестницы. Кстати, Железноводск участвовал в конкурсе «Малых городов России». Подали заявку. Чем ниже спускайся, тем красивее и красивее здесь смотрится все. Вот фонтан виден около Смирновского источника.
А вчера я в строке новостей увидел, что Железноводск занял первое место в конкурсе. Который проводил Минстрой Российской Федерации. И здесь везде фонтанов полно. Это опять скульптура орла. Вот. И на этом каскадная лестница у нас заканчивается. Вот хотят ее туда вниз продлить. Цена проекта, кажется, 100 миллионов рублей. Давай вот здесь посидим, Маш, около фонтанчика. Садись. И проект этот каскадной лестницы, продление ее, позволит трем санаториям получить прямой выход в курортный парк. Нижняя часть, которая будет каскадная лестница, может получить название ШТОС. Самого таинственного произведения Михаила Юрьевича Лермонтова. Потому что эту повесть Михаил Юрьевич Лермонтов писал в Железноводске, не успел ее закончить. В связи с всем известным печальным событием он был застрелен на дуэли в городе Пятигорске в 1841 году. В общем, главное условие этого конкурса, в принципе, было, чтобы проект был ярким, красочным, масштабным, комфортным и вписывался в исторический облик города Железноводска. Вот город подал заявку на продление каскадной лестницы до декоративного курортного озера. И вот победил. Выиграл 80 миллионов рублей. Кстати, участвовало более 4... Ух ты, здесь комарики есть. Более 450 претендентов. Я очень рад, что город Железноводск победил. Выиграл этот конкурс. Пойдем дальше, что-то здесь комарики летают. Ну, администрация города, конечно, предполагает, что это приведет к большему посещению этого курорта. Кстати, эту идею поддержал наш губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Вот есть всевозможные дорожки здесь.
Подниматься мы туда не будем. Пройдем вот по этому маршруту. Здесь, кстати, очень много источников. Если не ошибаюсь, здесь, кажется, 16. Ну, большинство из них все-таки законсервированы. Вот мое мнение такое, что их все-таки надо расконсервировать. Чтобы люди ходили, гуляли по парку, пили минеральную водичку. Климат здесь горно-лесной. Говорят, что он схож с климатом Средних Альп. К тому же Железноводск считается самым чистым городом Каменвод, где самый чистый воздух, чистая вода, и говорят, даже чистая почва. Ну, сюда приедешь на день, мы всегда на день приезжаем. Походишь по лечебному парку, попьешь минеральной водички, подышишь свежим воздухом. Все-таки Ставрополь-то у нас промышленный город. У нас много заводов, много предприятий. Вот эта дорожка, кажется, грязелечебницы ведет. Туда мы не пойдем. Сейчас поднимемся вот по этой дорожке. Она, кажется, к Смирновскому источнику нас и выведет. Вот, там выше тоже дорожки есть. Вот здесь и, возможно, есть маршрут. Ну, конечно, здесь еще надо очень много вкладывать денег. Чтобы парк и вообще город этот посещали с других регионов. Очень много здесь санаториев. Не спеши. Марш, не спеши, говорю. Чем он мне нравится, он такой тихий городок, спокойный, уютный. Его, конечно, не сравнишь ни с Пятигорском, ни с Ессентуками. За Кисловодск я уже вообще не говорю. Ходи, велосипедист. Вот еще один. Мы еще будем здесь до самого вечера. Еще раз придем сюда. Попробуем минеральной водички. И уже как стемнеет, тогда уже только поедем домой. Устала? Опять вышли к каскадной лестнице. Посиди, отдохни.
Посиди. Это тебе физзарядка будет. Ну вот, практически и все, что я сегодня хотел показать. А именно я хотел показать каскадную лестницу. Конечно, я очень рад, что Железноводск выиграл этот конкурс. А что он еще будет более таким привлекательным курортом? Пошли, пить хочешь? Минеральную водичку? Ну пошли быстрее, а то сейчас закроется. Вот и гора Железная, вот. Верхушка видна. Вот так. А мамка звать, чтоб достала. Да, подниматься тяжеловато, конечно. Спускаться легче. Вот, пожалуй, все, что я сегодня хотел рассказать. Всем приятных просмотров.